«Каспийский лотос 2014». Под таким названием прошло первенство Астраханской области по черлидингу. Соревнования проводятся уже 15-й год подряд. В этот раз в них приняли участие 500 спортсменов и спортсменок. Гимнастика, акробатика и танцы. Некоторые элементы этих видов спорта объединил в себе черлидинг. Первенство Астраханской области прошло во Дворце спорта в 15-й раз. 500 спортсменов приняли участие в турнире. Выступление спортсменов оценивал астраханский судейский состав. Критерии оценки разные. То есть оценивается выразительность, синхронность, выполнение обязательных элементов, чир прыжков, чир программы, то есть музыкальная интерпретация. Спортсмены выступали в трех номинациях – данс, чир и групповые станты. В категории данс судьи оценивают симбиоз спортивных танцев и гимнастических элементов. В программу чир входит построение пирамид с элементами акробатики и гимнастики. Качество построения пирамид оценивают в групповом станте. Также для каждой команды характерны свои кричалки. Официально черлидинг в Астрахани существует уже 14 лет. По словам президента Федерации Екатерины Денисовой, число занимающихся этим видом спорта растет. Их в регионе уже 1500. Занимаются не только дети, но и взрослые. Черлидинг – это спорт для лучших, ну и он позволяет быть не только хорошо двигаться и танцевать, но и поднимает дух. Мы очень дружны, любим всем заниматься, мы всегда слушаем своего тренера, всегда все вместе выполняем. Первое место в номинации «Данс» категория «Младшие дети» заняла команда «Истоки». Среди детей 9-12 лет лучшим стал коллектив под названием «Экстрим». Команда «Форсаж» завоевала золотые медали в категории 16 лет и старше. Александр Вострикова, Вячеслав Яромовский, Новости 24, Астрахань.